Продолжается агитационный период для кандидатов на выборы различного уровня. Депутат окружного собрания от фракции «Справедливая Россия» Игорь Гоц провел встречу с коллективами детского сада «Гнездышко» и акционерного общества «Наринмар Сейсморазведка». Область отдает нам на сегодня на исполнение полномочий, если этих 100%, не все. И вот одной из целей, которую я прописываю для себя лично, бороться дальше, чтобы оставшиеся 7 миллиардов налогов, которые округ получает, не уходили в область, а оставлялись в округе, потому что у нас своих дел полно, и в принципе эти 7 миллиардов будут совсем не лишние. По мнению депутата, регион способен стать всероссийским транспортным узлом. Для этого необходимо развивать инфраструктуру. К тому же собственная транспортная система – это хорошее подспорье сырьевой экономики, на которой держится округ. Игорь Гоц затронул тему эффективного распределения бюджетных средств и отношения с Архангельской областью в сфере некоторых полномочий.